упали, чупали. Йоу. Мяу-мяу. Патроны тратить на такого. Ваши дома? Какие высокие. Вы сделали город? Какой огромный. А почему теперь ваши внизу? Почему так мало? О, тебе лучше не знать. Ты можешь все прочитать в моих мыслях. Какие бы планы относительно него я не строил, маленький черный повсюду следует за мной. Будто я никогда не хотел его смерти. Будто нас связала судьба. Это все из-за Хана. Но, не-не-не, ой, это не Хан, не Хан. Баба Снайпер, ведь из-за нее я попал в плен. Ведь из-за нее это вся заматоховка. Я же говорил, Баба Снайпер, как пора обычно, идти. Что-то не то сделает. Ты не видишь их, да? Вы не умеете видеть? Да, слепые, пожалуйста. Красные. Злые. Ага. Что, если зеленые? И что? Типа есть другие. А, желтые тени. Блять, топовик, опасно. Крылатые красные, сильные. Так, походу, когда я начал водиться с этим черным, я начинаю понимать, что к чему связано. Значит, у каждого из этих монстров есть своя раса. Каждый, ну, разумеется, каждый силен по-своему, каждый умнее по-своему. Может, кто-то тупее, может, кто-то умнее. Но вот эти летающие самые сильные считаются. Вот эти черные, с которыми, собственно, я вожусь с маленькими, у которых я истребил всю расу, я, собственно... Смотри, их много! Что мне делать? Он читер, он установил себе X-Ray, нажимает на X и смотрит все сквозь текстурки. Плохо читерить. Или как это? Есть еще другие какие-то читы, которые можно сквозь стены. А, ВХ, вот. Не дави на меня. Сейчас пробежит. Нет? Пацаны, у меня фонарик сел. Какая-то. На фиг-то пометь надо, на тебе в задницу патрон. Будь счастливым. Кусок арматуры с бетоном. Мы наблюдаем вместе с вами. Не поверишь. Я тоже рычит. Да чё вы ко мне прицепились? Черный, ты где? Черный, не надо мне глушить. Ау, полегче, парень. Ауч.
А, это гипопотам. А, вот кто меня оглушает. Мутировали, блин. Сейчас фонарик я подзаряжу. Смотрите, как ярко. Бойтесь моего света. Начинается, Артём. Полегче, парень. Не махай на меня. Не надо. Блин, вот это вот. Полегче, полегче, подожди. Не махай. Не будь. Где ты? Да получи. Надоел оглушать. Нет, вот реально, вот такое ощущение. Ультразвук еще этот. О, опять. Где это? Самое главное убить этого, кто оглушает. Там дальше видно. Ай! Вот надо было послушать Хана и купить побольше. Я рассчитывал то, что я ж не буду вот так сейчас промазывать. Да отойдите от меня. Что потом я помажу. Собственно, из-за этого патроны и кончаются. Ну, блин, весь противогаз своей кровягой испачкали. Черный тут тупик. Нет. Черный тут не тупик. Ну, по чирику. Это мы на мосту где-то? Застрял. Да я их поздравляю. Блин! Еще этот своим ультразвуком. О! А вот теперь вот это стрёмно. Так, черный, помоги, блин! А, все надежда на тебя. Вот паскуда, а и где она? Полетели! Ну, началось. Дерзко. Слушай, крыса, ты меня немного пугаешь. Стоп, а почему там автобус сделал в стене? Было тебе съесть этот провод. Слишком голодный, что ли? Я уведу его. Спасибо. Он большой, но глупый. Крылатые очень быстрые. Устал. Но я
Работаю. Очень быстрая, но... Иногда вижу дверь. Тебя зовут из-за двери. Почему? В смысле тебя зовут из-за двери? Меня зовут Артем из-за двери. Почему-то дверь. Мы идем в полис. Вместе. И будь что будет. Малыш не захотел уходить. Что-то держит его рядом. Пока не могу понять, что. Впрочем, я этому обстоятельству рад. Он помогает мне. Ха, не то слово. Волхаки тут не включают. Ну ладно, я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. И мы продолжим именно с этого момента. Всем удачи и всем пока. I like to move it, you like to move it.